Незаконно функционирующие бизнес-объекты не должны получать ни газ, ни свет, ни воду. Об этом заявил вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов на заседании Северной зональной рабочей группы по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. Все прошло в Кизляре. Предприниматели со своей стороны рассказали, с какими трудностями сегодня сталкивается малый бизнес. Министр экономики Дагестана Гаджи Султанов, в свою очередь, привел статистику. За первое полугодие налоговые и неналоговые доходы в бюджеты муниципалитетов Северного Дагестана превысили 700 миллионов рублей. Нужна конкретная предметная работа с предпринимателями, с ними нужно говорить. Вот я полагаю, что здесь в муниципалитетах нужно приглашать людей, которые представляют бизнес, общественные организации. Установить прямой диалог. Им нужно объяснять, чего мы в итоге хотим.